А добро пожаловать обратно в суперразвитые звери. Никто не ожидал, мы в них снова играем. И у нас есть где-то 40 минут, так что пошли спидран. Недельный пак. Поехали. Хо-хо-хо-хо-хо. А что у нас в этом недельном паке? Я помню, утки и игуаны. Знаешь что, утка 2-3 для старта пойдет. Игуана мне тоже понравилась. Естественно. Ты видишь рыбу, ты берешь рыбу. Рыба так хороша. Погнали. Cheesy packages. Ставка. Спасибо большое, Настя, за ставку. Поехали. Окей, я вижу, у нас мыслим похожими. Вижу анонимного игрока с такими же билдами, как у нас. Окей, теперь две рыбы. Две рыбы меня устроят. Две игуаны меня тоже устроят. Вот вопрос. Пать ли жабу? В начале боя меняет статы двух зверей. Или мне взять печеньку, чтобы получить кубок? Знаешь что, нет. Давай паролим и найдем еще одну рыбу. О. Идти наролить и найти еще одну рыбу будет вообще кайф. Теперь на следующий ход нам нужно найти хотя бы одного какого-нибудь сильного зверя, да? Ну или хотя бы более-менее нормального зверя. Спасибо, игуана. Вот без тебя не справились. Хотя мы и так не справились, и благодаря тебе. Жаба-милашка. Когда-нибудь я попробую жабу и смогу играть ей. Окей, у нас есть какой-то билд на призыв. У нас есть паук, вомбат. Не то чтобы вомбат это прям билд на призыв, но мы можем их сыграть, да? Тогда нам нужно продать утку. Бафы всем. Выставить вомбата. Соедините рыбов. Выставить паука. О, подожди, паук 2-3. А, ну я же его уткой бафнул. Теперь соединяем игуан, рыбов, плюс черепаха. Черепаха плюс таблетка. Есть. Блин, а я не могу ее купить. А я руина, надо было одну игуану продать. Игуана была не продана. Ошибки были сделаны. Что ж. В таком случае... Дайте мне ролл. Заморозьте мне вомбата. А, тебя пораньше. Медуза, тебя бы пораньше. Заморозьте мне еще одного вомбата. Окей, вот это меня устраивает. 4 бойца, правда. Ну, ничего, может вомбат затащит. Давай паука в конец, да? Может он разменом выиграет. И мы можем собрать билд на призыв. Здесь есть в конце. Я помню, что здесь есть индейка. И вроде еще что-то есть. О, мы побеждаем. Хорош. Хорош. Плюс кубок. Так, ну чё, великое соединение вомбатов. Время замутить. Мы точно хотим черепаху добавить в команду. Ну хотя... Может быть, мы хотим сделать вот так. Знаешь что, я думаю, мы оставим вомбата. Пускай вомбат остается. Черепаха, спасибо за службу. Одного вомбата сюда и еще одного вомбата в запас. 5-6 вомбат, соединяем на следующий ход, получаем зверя 4 ранга. 4 ранг там, правда, индейки быть не может. Ну, ну что ж, а что это только что было? А, вомбат украл обилку. Вомбаты украли обилки. Они украли обилки фламинго. Крутяк. Ставил 2 кубка. Гусь плюс щеночек. Комбо. Найс. Давай соединяй. Бизон. Много всего интересного. И бизон, и гусь, и щенок. Это полностью реролл билда, если... если это делать. Для щеночка поздно или самое время? Даже не знаю. Ну, явно бизон лучше, чем рыба. Да, если мы сможем вомбата на третий уровень собрать. На третий уровень вомбата. Насколько это реально? Надо много будет ролить. Но чтобы щеночек стал 4-4, ему нужно 2 хода пропустить и золото потратить. Наверное, лучше качнуть вомбата. Да? А между ты получаешь такого раннего бизона, надо брать. Так, и что тогда к нему?
рыбу продать. Гусь меня не то чтобы сильно интересует сейчас. Эх, наверное, нужно ролить на полную. Летучая мышь тоже вариант. Наверное, давайте сделаем так. Раз мы играем в бизона, то нужно играть бизона. Пытаться наролить уровень вамбату. Или рыбе. Рыба третьего тоже пойдет. Окей, рыба покупается. И все оставшиеся деньги нужно потратить на роллы и попробовать качнуть одного из них на третий уровень. Рыба приближается к третьему. Это хорошо, хорошо. Окей, погнали. Гуана пока что временный вариант. Я не взял гуся, но гусь стал слабее. У него сейчас один урона. О, опять апгрейд на вамбата. Это что за игуана такая? Спасибо, игуана. А мы побеждаем? Игуана пошла на левел ап. Мы точно хотим рыбу купить. Хотим ли мы купить игуану и соединить сейчас? Нужно подумать, да? Давай подумаем пока. Нет, не надо думать. Думать вредно. Угорь. Не то, что мы искали. В начале боя получает 50% бонус к здоровью. Этот не пойдет. Игуана теперь тоже может на третий идти. Или сейчас три ролла на рыбу. Я думаю, делаем так. У нас теперь три желающих пойти на уровень выше. Что не идеально. Паука нужно поменять будет, да. Но пока так. Игуана может помочь. Хотя тут у всех игуаны, и никто не играет через призыв. Но наши игуаны сильные, а зато мы фламинго контрим. У всех фламинго и вамбат их контрит. По полной программе. Рыба есть. Отлично. Так, кого мы хотим рыбой забафать? Бизона она забафает и так. Может быть, бегемота? Но бегемот должен быть лучше, чем паук пока что. Нет смысла этого не делать, да? И носорог. Подожди, это все будет пачка чистых боевых зверей. Окей, рыба точно остается, она качает бизона. А может играть полная пачка батл зверей? Бегемот боевой зверь. Когда вырубает противника, получает плюс 3, плюс 3. Носорог боевой зверь. Вырубает противника, наносит 4 урона. Вопрос. Это можно ли вообще сделать рабочей стратой? Кто их будет всех прокачивать? Где они возьмут статы? С еды? Покупать всем этим зверям просто еду? Уровни? Это самые сильные чистые бойцы в игре. Мне кажется, носорог лишний. Носорог должен быть лишний. Я думаю, да, оставляем игуану. Пускай она будет пока. Вообще, рыбу бы заменить. Но рыба нужна для бизона. Не, носорога не берем. А вот бизона. Двух бизонов. Стой, двух бизонов. И два бизона вместо игуаны. Да. Два бизона вместо игуаны. Или вместо бегемота. Он уже будет 6-6 сейчас. Игуана будет контрить призыв, но нам вроде его не нужно контрить. Окей, ставим два бизона тогда. Заморозь мне грушу. И будем качать левелы. Погнали. Два бизона на раскачку, бегемот. А призывов? А хотя вон есть призыв. Вот сейчас было бы актуально, между прочим. Сейчас было бы очень актуально. Хотя, бегемот? А, не законтрил.
У них бык. У них бык всего лишь 5-6. Наши бизоны контрят. Какие статы доживи до спинозавра? Ну так до спинозавра еще нужно дожить. Окей, бизоны качаются сами. Вомбат, наверное, самый лучший чувак из всех наших. Я думаю, раскачивать ли мне бегемота. Нет, статы лучше вкладывать в бизона. И все, и ролить. Ролить на все деньги. Может быть, найти вамбату третий уровень? Если вамбату дать третий уровень, то рыбу можно будет убрать. Да, пока быков качаем. Насчет бегемота посмотрим. Ну все, нас уже законтрили. Арбуз! У нас есть арбуз. Вамбат сейвит. Вамбат красава. Два арбуза дал. И у нас есть третий вамбат. Окей, почти есть третий вамбат. Я вложу в него шоколадку, дай мне еще ролл. Так, билд на призыв отменяется. Давай мне еще статов на бизона. Погнали. Бегемот, скорее всего, все-таки уйдет отсюда. Вамбат? Украл? Украл. Молодец. А что украл? Пчелу украл? Пчелу украл. О, нет, он заруинил. Вамбат сделал хуже. Нам не нужны пчелы. Пчелы забафали их этого артварка. Ну, здесь чисто не повезло. Если бы он украл эффект... Эффект фламинго, было бы лучше. Окей. Вамбат есть на третий уровень. Можно рыбу продавать. Страус. В конце хода получает +1/+1 за каждого зверя 5 и выше ранга в магазине. 5 и выше ранга в магазине. У нас сейчас 5 рангов нет, но мы их можем наролить. Чего? Оно говорит. Пятый ход, ищем спинозавра. А как ты его найдешь? Он же 6 ранг. Бизону левел дать? Мы потеряем сильно много статов на столе. Если я соединю бизонов, мы потеряем 10 статов. 9. Я думаю, бизоны вот так остаются. Соединять их не нужно. Бегемоту левел. Спинозавр, стегозавр, вот он. Есть. О, команда красных. За победой? Мы идем за победой? Отдаем бегемота, да? И оставляем вот этого вот страуса. Шоколадку в заморозку, окей. Бегемота отдаем, спинозавра ставим, пускай качает вамбата. И делаем роллы и замораживаем 5 ранги в магазине. И лимон. 5 и выше ранги. Ну давай, вамбат, покажи со спинозавром, что ты умеешь. Спинозавр такая имбища. Чат, а почему спинозавр в игре? Если бы я сейчас сделал тирлист зверей, спинозавр был бы SSSSS плюс ранг. Он чит. Окей, теперь бизона может сделать на уровень выше. Наверное, хорошая идея. Два спинозавра. Но если соединить бизонов, это в итоге лучше. Вместо страуса еще одного спинозавра. Так, а страус сейчас будет качаться. Страус сейчас раскачается, если мы его просто заморозим. Страуса нафиг. Он 4-10. Ну хотя. Окей, страуса нафиг.
спинозавра сюда. Стегозавра. Тогда вас не нужно держать в заморозке. Нужно паролить. И найти уровни на этих стегозавров и все. Вомбатище тащит. Стегозавры падают, но у нас есть мегабизоны. Ох, это будет 10 кубков. Это точно будут кубки. Все. Дай мне ролл. Дай мне еще один ролл. Еще один ролл. Печенька, криты что ли дать кому? Не, фигня. Че вот этого? Никитка, спасибо большое за рейд, чувак. Спасибо большое. Как у вас стрим прошел? Теперь может соединить будет стегозавров. Как у вас стрим? Я надеюсь, хороший был. Я видел, что ты там мне поздравления на Пеглин прислал. Мы его посмотрим обязательно. Лампово стрим прошел. Отлично. Просто замечательно. Да, мы прошли седьмое возвышение. Спинозавр, стегозавр дает плюс 2, плюс 2. Комода. Добро пожаловать, рейдеры. Мы тут побеждаем в суперавтозверях без смс, регистрации и прочих сложностей. Комода дает плюс 1, плюс 1 и меняет местами всех зверей, но это не особо интересно. Дай мне один ролл. Нам нужно какого-нибудь зверя поставить. Какого зверя можно поставить? Ардварка, да? На случай, если билд самонов. Рейдеры, это победа для вас. Смотрите. Кто пришел с рейдом от Никитки, добро пожаловать. Мы очень рады вас видеть. И вот она, победа для вас. Первые попытки без урона any percent world record speedrun. О нет, мы проиграем. Там ардварк. Ардварк с медведем не контрится. О нет. Мы не проиграем. У нас тоже есть ардварк. Мы проиграем. Окей, рейдеры, следующий ход будет победа для вас. Дайте мне ролл. Белый тигр делает в начале боя зверя. У меня есть две шоколадки и белый тигр. Соединить бизонов. Сделать бизона третьего левела. Уровень бизону. Стой. Подожди. Уровень бизону. Белого тигра, чтобы у нас был ардварк третьего уровня. У нас контрята два ардварки. Ролл? Мне не нужно делать... А мне нужно сделать... Ардварку уровень. Нам нужно нового зверя. Одного зверя, который будет рулить в бою. Это не он. Страус. Нет. Окей, это все не то. Так, давайте. Утка. Знаете что? Это утка удачи. Я верю в нее. Эта утка принесет нам удачу, чат. Она затащит, смотрите. Просто верьте в нее. Утки. У-ху. О нет, она все заруинила. Она сбила арбуз. Окей. Ха-ха-ха.
Утка удачи не прокатила. О, может рыбы удачи или птицы синей удачи? Что если полностью синий билд? Заморозь мне эту птицу. Точно, мы делаем синий билд. Окей, окей, окей. Челлендж. Челлендж. Челлендж можно брать только синих зверей. Датские щупальца будет называться наша команда. Дамы и господа, первый в истории. Нужна музыка. Первый в истории супер автозверей. Челлендж на... Называется совсем синий челлендж. Только здесь и сейчас. Это как босс файт. Мы можем брать только синих зверей. Челлендж на изоленту. Поехали. Нельзя брать никакого... Должен быть синий цвет в звере, чтобы его можно было взять в команду. Поехали, ролл. Еще одна синяя птица. Хорош, хорош, хорош. Окей, нам нужно наролить еще одну рыбу, еще одна птица. Так, в мармозетке нет синего цвета. В лошади нет синего цвета. Еще одна рыба. Работает. Окей, синий челлендж работает. Верующие, пристегивайтесь там покрепче. И думайте... Думайте, верующие, какие звери синего цвета бывают. У всех синие шляпы, окей. В вомбате нет синего цвета. Давай соединим рыб, может быть выпадет. Собака была бы офигенна, но в ней нет синего. Окей. Медуза. В медузе есть синий цвет на этом ранге. Я вижу. Отлично. Окей, нам нужно найти медузу, значит. Медуза, рыбы, птицы. Стоп, енот? Но енот не синий. Медуза. Окей, окей, у нас есть медуза. После того, как возьмем медузу, можно будет соединить птиц. Верблюд с синим. Тоже хорошо. Мы играем на ничью, ничья нас устраивает. Ничья более... Две медузы! Есть! Так, 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 так. Окей, мы делаем это. А. Медуза пошла. Птицы. А, нужно обоих медуз прокачать левелапом. Двух. Хотя нет, не обязательно, да? Окей, соединяем птиц, качаем медузу. Обязательно бы. Ну как это сделать? Никак. Щеночек. О, это было бы так идеально. Ну, у щеночка нет синего цвета. Давай мне рыбу, дай мне ролл. Нужна еще одна медуза. Нужна еще одна медуза. Мы можем покупать еду. Еду можно покупать. Любую, какую хочешь. Блин, по-моему, этот раунд мы не затащим. У них слишком сильная игуана. Третий левел игуаны. Рыбы фугу. У них нет синего цвета. Нам нужен мед. Нам нужно вот эту птицу поставить сзади и дать ей мед. Чтобы она разменивалась, иногда выигрывала нам раунды. Третий ранг. Я не вижу здесь ни одного синего зверя. Мы ролим. Синяя птица. Синяя птица счастья, синяя птица любви. Добро пожаловать. Ролим, мы ролим. Медуза есть. Окей, у нас есть левелап медузы. Погнали. Носорог синий, я видел его, да. Носорог синий. У нас есть урон. За счет толпищи птиц у нас есть урон. И у нас есть медузы. Лучший контент-мейкер в рукомьюнити. Я вам кричу, реально, блин. Кипятить. Жесть. Никитка, спасибо большое. Спасибо тебе огромное за... Спасибо тебе огромное за донат. И спасибо за теплые слова, очень приятно.
Мы не соединяем этих птиц. Мы на следующий раунд будем соединять всех птиц, чтобы получить носорога. И рыбу-меч. Они синие. И тюлень. Тюлень тоже синий. Окей. Значит, сейчас просто... Круассан? Нет, ролить. Ролить, искать еще медуз и синих зверей. Погнали. Спасибо большое, Никит. Спасибо. Тюлень темно-белый? Ты видел когда-нибудь тюленя вживую? Победа! Мы взяли раунд. Пчела имбы. Хорош. Окей, четвертый раунд мы соединяем. В попугае нет синего цвета, блин. Носорог! Он синий! He is blue. Окей. Теперь нам нужно место. Соединить этих. Два носорога! Не синие! Окей, у нас есть два носорога. Теперь соединить этих птиц. Давай третий носорог. Гиена. Гиена не синяя. Но у нас есть два носорога. Это хорошо. Теперь как носорогами выигрывать? Им нужна защита. Гиена не синяя, к сожалению. Она бы подошла без шуток. Я думаю, нужен чеснок им. Погнали. Давай, 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 есть. Размен. Носорог. Носорог имбы. Носорог контры. Чеснок носорогом. Носороги должны быть прокачаны. Хотя сейчас, наверное, чеснок будет сильнее на... Положить сильнее фильтр на игру. Спинозавр, блин, не синий. Нифига. А на шестом ранге что, вообще синего цвета нет? Блин. Тогда не подходит. Нужно статы искать. Нужно рыбу искать и нужно искать левелап на рыбу сейчас. Может быть так. Окей, мы качать будем носорога. Окей, поехали. 19-6 рыба. Окей, мы вышли против ардварков. Мы вроде бы контрим ардварков. Носороги давайте. Носороги. Побеждаем. Пчела имбы. 4 кубка есть. Нам нужно 7. Лимон. Лимон это то, что нам нужно. Я думаю, для носорога важнее. Еще можно дать криты. Джеллифиш. Не-не-не-не. Рыба-меч. В начале боя наносит 100% своего атаки тому здоровому врагу и себе. Она синяя, но она такая бесполезная. Надо ролить дальше. Искать носорогов. Окей, у нас есть носороги. Внимание, у нас есть носороги. Тюлень. По-моему, тюлень синий. Окей, тюлень синий. Я записываю тюленя в синий цвет. Тюлень будет наша прокачка. Да, тюлень синий. И он будет нашим качем, если мы проживем достаточно долго. Слабость. Ах ты собака. Эх, блин, неудачная слабость прилетела. От рыбы. Окей. Соединить носорогов? Нам не нужен еще один носорог. Нам нужен тюлень и ему еда.
Нельзя сейчас проигрывать раунды. Нужно раскачиваться едой. Окей, мы покупаем ту еду, которая у нас есть на тюленя. То, что есть, то и купили для статов. Окей, расстановка. Может быть, носорога вперед. Погнали. Акула серая, тюлень синий. Да, согласен. Носорог, давай. Носорожище. Ну и не хватило урона. О, два урона не хватило. Ты был избранником! Предрекали, что ты уничтожишь ситхов, а не примкнешь к ним! Все, все, Оби-Ван. Все, ситхов. Ты бы попробовал через синий билд поиграть. Такой умный, блин. Сидит на своем Татуине и умничает. Синие ситхи победили. Окей, мы можем сделать еще один спидран, но теперь серьезный. Серьезный такой спидран. За, просто за победой, без всего лишнего. Как-то вот так вот. Серый билд. Красный билд. Только красные звери. Там что-то у меня такое чувство, что красных зверей вообще нет. Все, одного челленджа на сегодня не хватит. Так, хотим ли мы утку покупать? Что-то я не уверен. Дайте мне ролл, дайте мне игуану. Рыба и жаба. Сослик, услик, паукан. Наверное. Кого я прокачаю вот этой штукой? Наверное, рыбу. Жабу. Давай, может быть, мед и гуани. Она все время в конце стоит. Давай мед и гуани. Она все время в конце стоит, может что выиграть нам. Или не выиграет. Скорее всего. Но она попытается. Молодец. Окей. Макрица, спасибо за службу. Да, я вижу еще одну макрицу, но, по-моему, она лишняя. Фламинго пойдет. Пойдет пока что как боец. Окей, еноты, ворующие еду, это хорошая штука. Енотов мы тестили. Знаешь что? Давай мне, соедини мне игуану, купи мне енота. Купи мне еще. Заморозь мне этого енота, продай мне мармозетку. Окей, окей, окей. Если купить, продать, то мы еноту дадим здоровье. Купить, продать утку, это плюс 2 хп на енота. Нормально. Там, правда, сейчас еду не украсть никакую, но... Я имею в виду, какую-то можно украсть. Рыба тоже, наверное, у нас временная. У них, ну, я вижу, человека культуры. Слушай, а фламинго так крутая штука. А? 4-2. А еще можно на нее таблетку фигануть. А еще можно гуся купить. Я имею в виду, гусь должен быть лучше рыбы. Рыба все равно уже ничего не сделает. Хотя мы ее забафали. Гусь хотя бы нам даст денег. Таблетку я пока не уверен, что я хочу убирать фламинго. Мы точно хотим закупиться енотами и закачать этого енота по полной. Но на следующий раунд. Не сейчас. И знаешь что? Давай так. Давай сейчас таблетку на фламинго. И на этот раунд поставим... Почему бы не паука? Конец. Гусь с таблеткой. Ого, сверчки. Игуана первого левела не законтрила сверчка. Но паук. Паук МБ. Верблюд победы. Два кубка есть. Хорошо. Ардварк. Может нам самим этого ардварка сыграть? Что он делает? Когда призываются на сторону противника звери, он получает бонусы. Что-то меня в прошлый раз эти ардварки с медведями вообще жестко контрили. Игуана у нас есть.
А ну-ка давай попробуем. Ну-ка, до свидания, паук. Ну, давай сначала соединить енотов. Белка. Дает еду по скидкам. Это интересный вариант. Ну давайте попробуем ардварка. Ардварк нужна игуана и медведь. А медведь у нас... медведь как раз на третьем ранге. То есть там, где мы сейчас. Окей. Ну, игуана пойдет на левелап. Еще одна белка. Эх. Белка, наверное, лучше, чем паук сейчас. Хотя паук выигрывает забеги. Не, не буду белку покупать. Нам нужно наролить сейчас медведя. О, знаете, что еще можно сделать? Черепаху плюс таблетку и дать... А, ну енот... И дать ардварку, арбузную броню. Во-в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 о. На следующий ход таблетку. Так, медведя пока нет. Ну и ладно. Гуся, наверное, тоже можно убрать. 2-4. Ардварк с медведем и мышами, кайф. Да, мышей я, по-моему, здесь действительно нет. Ардварк, тащи. Один урона ардварку не хватило. А хотя, наверное, не затащили бы все равно. Ладно. Окей, таблетка на черепаху. Бум. Еще один гусь, но мы можем поставить гуся пока что. Но нужно искать медведя. До этого находим еще одного ардварка. Мистер ардварк, я понимаю вас. И есть медведь. Медведь должен стоять впереди. Нам нужен сильный боец. Потом. Пока что так. Баран раскидал всю нашу команду. Два пёселя. Ардварк? А, ардварку один урона не хватило. Опять. Окей, у нас есть медведь. Великое соединение гусей пошло. Медведь. Дает мед зверям впереди и сзади. Ага. Соседним бойцам мед при падении. Окей, что это для нас значит? Он даст мед еноту. А енот будет руинить. Он будет воровать мед с врагов, да? То есть мед должен стоять. Енот должен стоять перед медведем. Чтобы ардварк бафался. Значит, енот впереди, медведь сзади. Пока что. Окей. Хорошо. Дайте мне ролл. Стоит ли мне качать енота? Чё-то я сомневаюсь. Нет, если не будет воровать мед, если енот стоит перед медведем. Наверное, нам нужны уровни, да? Или статы. Можно качнуть ардварка. Сейчас. По идее, не должен енот законтрить, смотри. Ох. Ну, блин. Бегемот всех сожрал. Мышь под адварка. Против бегемота ничего не работает. Всех захавал.